Добрый день, друзья! Вы смотрите бумажный канал «Секрет мастера». Смотрите, как сделать своими руками из молочного пакета прикольную и глазастую кормушку для птиц. Вместо нанесения краски обмотал пакет скотчем. Применил упаковочный скотч, но можно обклеить скотчем другого цвета. Обклеивать надо начинать снизу пакета, двигаясь вверх с перекрытием слоев. Для скрытия рисунка пакета надо приклеить минимум 3 слоя скотча. Старайтесь оставлять минимум воздушных пузырей при обклейке. Обязательно с нахлёстами и без пропусков обклейте верх кормушки. Излишки скотча снизу кормушки приклеиваются к донышку. Из куска скотча сделал петлю для подвески кормушки. Нанес разметку рта, литка и крылышек кормушки. Прорезал линии канцелярским ножом. Из пластиковых крышек собрал глаза. Также применил 2 покупных глаза. Для придания индивидуальности кормушке симметрию расположения глаз надо нарушить. Выберите свой вариант. Глаза приклеил к кормушке термоклеем. Из куска проволоки сделал подставку, брекет, для посадки птиц и закрепил ее в кормушке. Для крепкости добавил термоклея.
После установки кормушки с кормом собралась большая стая синиц. Изучала кормушку полчаса и разлетелась. Но через 3 часа началась массовая кормежка. Самые смелые птицы были самыми сытыми. Делайте кормушки, кормите птиц. Поддержите бумажный канал Секрет Мастера подпиской и просмотром других видео. Спасибо за внимание.